Последние два года семья Завгородних фотографируется не на набережной реки Амур, а все больше в красивых местах Уссурийска. При этом фотосессии не сопровождаются отмахиванием от мошки. А все потому, что коренной хабаровчанин Александр поддался на уговоры жены Юлии. И семья переехала в Уссурийск. Уссурийск – мой родной город, я здесь родилась. Я каждые каникулы была у бабушки, это мой город. Я его очень люблю, он компактный, красивый. Вот. Хабаровск очень большой, большие расстояния, то есть, ну, не мой город. В Хабаровске Юля прожила аж 12 лет. Занесла ее туда военная служба отца. Студенческие годы, знакомство с будущим мужем, свадьба и рождение ребенка. Самые прекрасные моменты жизни навсегда будут связаны со столицей Дальнего Востока. Предлог для возвращения в Уссурийск был грустный. Заболел дедушка Юлии. Мне главное, чтобы все было рядышком, чтобы я могла уделять больше времени ребенку. То есть я с работы пришла, буквально 5 минут до дому. Я все время свободное с ребенком провожу. В Хабаровске только на дорогу уходила по 2 часа. Теперь о переезде не жалеет и муж Юли, Александр. Он часто ездит на родину в командировки и не успевает соскучиться. Для мужчины счастье там, где жена и сын. Вова тоже не грустит. В Уссурийске нашел себе невесту. Да не одну, а 3. Еще у меня Диана невеста и Света невеста. Еще есть Таня у меня. Кто-то скажет, в Хабаровске больше возможностей для творческого и спортивного развития ребенка. Юля возражает. При желании и здесь можно найти хорошие кружки и секции. Теперь мечта у бывшей хабаровчанки одна – перевести в Уссурийск маму. Екатерина Богдан, Сергей Вдовиченко, Телемикс.